мне очень хороший комментарий. Я считаю, что сегодня не забили свои мячи, которые были просто обязаны забивать. В защите не играли так жестко, как тоже могли играть. Хорошо, оценим, как покинули. Да, соперник непростой у нас сегодня был. Хочу поздравить, кстати, команду «Юнкас Победы». Вот, непростой, сражались, да, я могу сказать, были положительные моменты, несмотря на предыдущий комментарий. Значит, были неположительные в первом тайме, сражались, учитывая, что не так много опыта, даже я бы сказала, нет опыта, третьей команды точно нет опыта игры на таком уровне, потому что новые игроки, пришедшие в Суперлиги, молодые игроки после травм, поэтому было ничего. Но третью четверть провалили, нам провалили с самого начала, что, собственно, и поэтому такой результат. Потому что если кто-то забил протокол, 6-23 мы уступили, и первые свои очки мы набрали за 3 минуты, наверное. Вот. Ну а дальше игра уже, по сути, четвертая четверть там не имела значения. Там молодежь играла, а мы там какие-то ошибки, потому что спонят. Игорь Александровна, те, кто видел вас на площадке, вот, ну, если мы разговариваем, считают вас одному разыгрывающим. Спасибо большое. Понятно, что вы сегодня больше смотрели за своей командой, но, может быть, составили какое-то впечатление о молодой разыгрывающей ДНК? Ну, почему сегодня? Я Настю знаю, можно сказать, с детского сада, когда она только пришла. В Кышине все это происходило, и Настю наблюдаю очень давно. Я всегда считала, что это очень трудолюбивый игрок, очень старательный игрок, надежный, достаточно надежный игрок. Мне кажется, то же самое, та же проблема, есть недостаток у нее игровой практики, потому что последние даже не год, а больше, на мой взгляд, она имела мало игровой практики. Но мне кажется, что, я не знаю, трудно судить, насколько она будет брать с каждой игры. То есть сейчас она имеет игровое время, она сегодня сыграла около 18 минут. То есть насколько она будет брать от каждой игры, вот, и почему? Она может спрогрессировать, если ты думающий игрок. И я еще раз повторяю, человек тренер, относящийся к тому, что он делает. Насколько я знаю, я летом ее видела. Я знаю, что у всех был отпуск, она работала. Вот, поэтому я как могу желать ей только удачи. Может быть, еще. Я надеюсь. Я вот к этому игроку отношусь очень положительно. Спасибо. Спасибо. Да, я слушаю. Я помню ваши прекрасные матчи, особенно в Московске, где мы играли на фестивале. Скажите, вот сейчас, когда вы участвуете в качестве тренера, вот тот опыт вы переносите в эту нынешнюю команду? Ну, опыт. Переносить опыт – это такая штука, знаете. Сейчас все немножко по-другому. Я не могу. У каждого игрока свой характер, свои какие-то, да, кто-то волнуется, кто-то не волнуется, свои интеллект, да, игровой. Это очень сложно, это индивидуально на самом деле. Конечно, я стараюсь, да, донести, объяснить, как лучше сыграть, да, но все равно игру делают игроки на самом деле, да. Поэтому, потому что баскетбол настолько. Я люблю эту игру, да, я люблю эту игру. Настолько она, игра непредсказуема. И за доли секунды надо принять какое-то решение. Тут уже никак, допустим, я не могу это сделать для того или иного игрока. Вот. Поэтому, вот так. Ну, у нас с самого начала не очень все получалось, не выполняли установку тренера, но потом как-то смогли реабилитировать, взять себя в руки, и уже во второй четверть пошло намного лучше. Вопросы из готова. Есть вопросы из готова? Хорошо. Сейчас много в команде, насколько освоились? Какие игры? Ну, в игре пока вот начинаю себя только-только находить, то есть находить свою игру. А в команде очень нравится, очень все прекрасно. Тренеры, девочки, все тренеры замечательно, поэтому проблем вообще. Конкуренция это всегда хорошо, потому что стараешься, что-то берешь у этих
игроков для себя, как на себя применяешь, учишься каким-то новым приемом, я считаю, что это только на принцип пойдет. Three quarters with less than the 13 points or less, and then the last quarter a little bit more. I thought defensively we are in a very good place so far. Я очень доволен нашей защитой. Три четверти мы не позволили забить команде из Красноярска более 13 очков, и это хорошо. Я считаю, что на данный момент наша защита выглядит очень хорошо. And then offensively we struggled a little bit in the first half, didn't play enough inside, I thought. We took a lot of shots, shot a low percentage, and the game was closer than it's supposed to be. But then the second half, I was very pleased with how we adjusted and played an overall solid game. Obviously, being a little bit short-handed and pause with our Basha Stepanova and Loga Teshina, we managed to get through the game. Cedric Gooden just arrived, helped us a little bit. But overall, solid game against a decent opponent that played well against Orenburg, and we made sure we took care of business today. Что касается нападения, у нас сразу все как-то не залазилось сначала, но потом во второй половине, особенно в третьей четверти, мы нашли нашу игру, мы начали забивать очки, и это был хороший прогресс. Данная команда весьма солидная, они только что сыграли с Оренбургом, они провели очень хорошую игру, совсем немного проиграли. Также у нас были проблемы в трехсекундной зоне из-за отсутствия таких игроков, как Мария Степанова, Ольга Аркешина. Но нам помогла вновь прибывшая Сангринбурга, поэтому нам получился такой успех. Спасибо. Есть вопросы? Какое у вас впечатление от игры Альбы Туманс, и когда мы увидим на площадке Паркер? Лучше прибавиться там. От Спаза Паркера. У вас есть просто конечно, была Альба Туманс. Well, I mean, we can see her creative potential. She's a very active player, brings high energy. She's very good in transition. We as a team have not yet figured out what she's going to do. She's so unpredictable in a good way that we have to get used to it. But you could see today in the second half when she really gets going on the open floor, she's one of the best players in the world, and it will be a beauty to watch once we have Diane Taurasi here and Candice Parker on the floor and we have our whole squad, how she's going to blend in. Very happy with her. She's improved defensively over the last 2 years, and I think she's a fantastic addition to our team. Ну, как вы знаете, Альба хороший игрок, она очень игрок, который играет так спонтанно и в хорошем смысле этого слова, она много импровизирует, опять же, в хорошем смысле этого слова, она только вливается в команду, и ну, в третьей четверти вы могли видеть ее лучшую сторону, так скажем. За последние два года она улучшила свою игру в защите. И когда подъедет Диана Таурайзе, когда вернется Паркер на паркет, это будет великолепное трио, которое будет создавать, будет базой нашей команды. And the second question was against Паркер. I don't know yet. Сейчас пока не знаю про Паркер. She just had a medical, and the medical staff has to talk to me, and we had a game today, we have a meeting, I don't know yet. Она с утра только приехала, только прошла все медосмотры, но у меня еще не было шанса поговорить с медперсоналом, у меня была сегодня игра, поэтому мы обсудим это и только.